Всем здорово, народ! Вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы начинаем проходить игрушку под названием Destiny 2. Ничего не знаю об этой игре, на самом деле очень интересно. Вот захожу первый раз. Так. Пока что спойте, побеждайте. Не сейчас, потом все это сделаю. Надо сделать потише музыку. Это единственное, что я сейчас знаю. Так. Так, ребят, прошел загрузочный экран, появились настройки, и вот сейчас, как я понимаю, начинается сама игра. Я не знал тебя при жизни. По крайней мере, при первой. Смерть настигла тебя в бою задолго до моего появления. Нас свело кое-что особенное. Его назвали Странником. И когда он явился, он изменил твой мир навсегда. Настал Золотой век. И столетиями человечество процветало. Пока этому не пришел конец. Древний враг проследовал за Странником через всю Вселенную. Человечество было обречено. Но Странник сделал свой выбор. Пожертвовав собой, он уничтожил древнего врага и вдохнул жизнь в призраков. Я призрак. А главное, я твой призрак. Тебя, как и других, избрал Странник. Ты — страж. И это твоя судьба. Вау! Выбор класса. Гордые и специальные титаны способны как на яростный штурм, так и несокрушимую оборону. Охотник. Ловкие и смелые охотники быстро двигаются, еще быстрее принимают решения. Варлок. Варлоки превращают тайны вселенной в грозное оружие, защищая себя и сокрушая врагов. Наверное, я буду варлоком. Охотник или титан. Но я вижу варлока магию. Поэтому я хочу быть варлоком. Ну что, ребят, я создал своего персонажа. Вот так вот он выглядит. Варлок. Ну, давайте начнем. Икора, если это все-таки шутка, то должен признаться, я поражен. Поразить тебя, Кейт, дело совсем не трудное. Давайте посерьезнее. Завала. Я сама серьезность. Не видно? Икора, что у тебя? Кто-то или что-то повредило нашу систему ПВО. И связь барахлит уже несколько часов. Отрубились все датчики за стеной. Может, дело в грозе? А может, данные со спутников? Их нет. Это же хорошо? Нет. То есть, данных нет. У нас нет спутников. А это уже плохо. Быстро по местам! Держитесь!
бы хотел уже опробовать все, что я умею, все-таки играть за Варлока. Блин, я что-то с графикой не успел подмутить, я просто вижу 2D-шные деревья, и мне некомфортно от этого. Повторяю, башня прием, это City Hawk 723. Есть кто живой? Тишина на всех каналах. Даже на аварийной частоте. О, что у них там стряслось? Помнишь, я говорил, что ты слишком быстро летаешь? Забудь мои слова. Гони! Как убрать этот текст? Он мешает. Так, я вроде нормально устроился. Ну что? Сейчас мы будем играть. Вау. Пошли. Надо найти Завалу, Икору и Кейда. Да. Завал! Воу-воу-воу-воу, полегче, ребят. Ничего не понимаю. Кабал обычно покоряет системы, взрывая планеты. Что бы ни было их целью, она здесь, в последнем... Вау, это я надеюсь, я здесь оружие сейчас возьму где-нибудь. Важно, а то мне с пистолетом некомфортно. Что? А ну бежать! Говорит командир Завала. Мирные жители, явитесь в эвакуационные пункты. Стражи, сбор на площади. Наш город не падет. И, конечно, все-таки все понимаю, но... Вот так вот можно? И графику. Так, 60 кадров в секунду, поле зрения нужно чуть-чуть увеличить. Мне некомфортно с таким полем зрения. Что с моими настройками? Все на средних. Ладно, я с этим потом совсем разберусь. Крутить изменения. Я, по-моему, так тихо звук не делал. Так. О, я же маг. Ха-ха, здоровяк. Обломись. Так, мне направо или налево? Наверное, налево. Здоров! Завал и геройствуй на площадь. Я на свидание с тем, кто это затеет. Я попросил. Понял, это была ошибка. Куда ты пошел? Вернись! Сюда, я надеюсь. Свои? Нет? Да, Варлок. Мой арсенал открыт. Из него иди по тропе к ангару, откуда сможешь попасть на площадь. Я пришел, мне уже задание даю. Если кабал хотят войны, они ее получат. Хо-хо-хо-хо. Что за водичка в руках у меня? Так оно появляется? Ясно. А, дверь. Вау! Я боюсь подходить. А где челик? Удачи! Погнали, до Талова! Кашу манную, жизнь туманную. Ой, как... О, что написано? А, бежать, типа, shift.
Так. Режим эвакуации синий-синий. Синий-синий. Это не учебная тревога. Всем мирным тревога. Жителям проследовать зоны эвакуации. Че, куда? А, сюда? А, тут прыгать надо. Че, пошли. А, так, стоп. О, пацаны, спокойно, спокойно. Так, я понял еще одну ошибку. Во, вот так мне нравится больше. О, фонарик. Спокойно, 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 спокойно. Это было неожиданно. Это что? Ловите, пупсики. Спокойно, спокойно, на всех хватит. Чё, ёпта? Не, магия закончилась, перезарядка идет. А что, так можно было? Фу, какой ты страшный. Да я не хотел так близко подходить. Спокойней. Ой! Да, мне? Видимо, да. Должно быть, это их флагман. Флагман, да? Смартфоны тут пошли у нас. И что мне с этим флагманом делать? Да пошли вы. Главное по голове стрелять. Я стал. Принял. Лежать. Спокойно, спокойно, ребята, ну вы чё? Ёпта, вы чё, не понимаете, с кем вы связались? Лови, пупсик! Ой, блин! Чё? Да что за шарики? Понял, понял, ошибка была, ошибка. Наконец-то. Они не только город атаковали. Взгляни на странника. Чё, какая цель? Присоединиться... Так, отслеживаю... Точнее, давай, присоединиться к завале на площади. А где площадь? Ёпта, я то не пойду. А наверх надо. Поехали. Я правильно иду? По-моему, да. Да, я правильно иду. Так, мой призрак называет этих кабал Красным Легионом. Икора, что у тебя? Они элита. Безжалостная. Говорят, они не знали поражений. Ну, а сейчас узнают. Я им расскажу. Сегодня им противостоят стражи. Вот-вот. Но завала. Они штурмуют странника. Странник подождет. Мы защитим своих людей. Любой ценой. А-а-а. Твою, тормози, Ярик, тормози! Я что-то найти должен, сейчас упадет. Хочу посмотреть на это. Дай посмотреть нормально. Это было очень красиво на самом деле. Спокойствие, спокойствие, я сказал. Этим надо пользоваться, нет? Нет. Все горит.
Ты испугался. Спокойно. Так, мне наверх. Мне наверх, мне наверх. Тут кто-то стреляет. Здорово. О, какие-то шарики. Защищать башню. А, да это изи. Красота. Понеслась. Ой, ой, подождите, пацаны, у меня пик заряд. Что за говно вы мне дали? Я колдун, я варлок. Дайте мне нормальное оружие. Спокойно. Ты что ты здесь делаешь? Пошел отсюда. И ты пошел отсюда. Блин, мне нравится игра. Очень интересная, надо сказать. Ну, хотя сейчас странно будет судить, но вот на данном этапе она мне очень даже пойдет убил. Что там прячется? Пошел отсюда. Минус щит и гол. Красный легион силен, но мы сильнее. Это будем да. Будем обороняться, пока последний житель не покинет город. Это я с тобой согласен. Будем спасать наше население. Я, правда, не знаю, откуда я здесь. То я вам прикажусь, но походу я вам должен помочь. Чё надо перекусить? Удерживай ворота, за ними наши шаттлы. Ой, я возродился. Я не знаю, как я умер. Я просто... Полезла, следующий. Да хватит здесь спавниться, вы запарили, на тебе. Ловите грену. Мне нравятся мои бесконечные патроны. Так, как черти. Отразили. Че, ныкаться? Удерживаем оборону. Флагман следующий в моем списке. Так, ладно, там ты там с флагманами своими, я не знаю, айфоны, не айфоны, вот их надо взять. Я здесь прячусь! Я туда в прошлый раз пошел. У Красного Легиона подкрепление. Покажи им, на что способны стражи. А я один должен показывать, да? Ну хорошо, смотрите, пацаны. Я вот так подхожу. Подхожу так на тебе. Все. А, нет, не все. А, нет, далеко не все. Еще что, мне выстрелишь? Будет больнее. Магия не работает, магия не робит, магия! Давай, 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 валяйся. На. Все. А, это ХП шаттл. Что ли? А, суперзаряд. Нет, не... никто не видел. Типа вот так делаю. Я попытаюсь его найти. Не докинул. Я буду удерживать площадь. Иди с упором и найди глашатай. Так точно, команда. Что с моим голосом? Да блин, горы! Я пошел, ля-ля, ля-ля. А я никого не трогаю, вон с ним сражайтесь. А, или это мой этот робот здесь летает где-то. А, то есть ты убираешь здесь, да? Я надеюсь, он выживет, правда, вот всей душой это стреляет. Привет. Больше мы ничего вам не отдадим. И пощады от меня не ждите. Да, не ждите. Ох ты, ёпта. Она найдет глашатая. Нам надо добраться до флагмана. Доберемся. Нет!
Я думал, не туда. Отлично. Здорово. Где там... Ох, ёпта! Горю. С огнеметами своими. А куда я иду, кто-нибудь не скажет? Правильно иду? Давай, будем идти, пока иду. Пока есть разгружаться. Ох, это красиво было. Так. Холидей в пути. Нужно избавиться от этого корабля. А, я понял. Да. Магии, как обычно, нет, когда нужна. Я варлок или кто? Блин, красивая. Да. Ёп, да задолбали пугать. Я тебя постреляю. Лови. Ой. Мне сказали, тебя нужно подбросить. Ух, я думал, это уже не свой. Честно, я уже думал, ну все думаю, ну. Сейчас будет весело. Подбрось меня, подбрось. Правильно тебе сказали, я... Своих ног не имею, мне нужно подбросить куда-нибудь. Завала, со мной твой страж, о котором ты все трындишь. Доставь их на флагман, живо! А, я страж. Держитесь там! Хорошо летает. Давай, здоровяк. Давай. Действуй. Ну все, страж, пора задать им по полной. А она же не собирается меня выкинуть из корабля, я прав? Не, ну просто она меня привезла в какую-то жопу. То есть она меня... Ладно, сейчас узнаем, что она... Она меня все-таки оставила. Ну хотя поможешь... Что она меня здесь оставила? Ёпта. Здорово. Не ожидали меня здесь увидеть, да? А мне... Ух, спокойно, спокойно, спокойно. Та голограмма может помочь. Дай-ка мне взглянуть. Да, взгляни. О! Так, ты... генератор щита должен быть в нижней части корабля. А есть нижняя часть? Да. Тихо. Украл эту киду! Это что? Ой, я убрал это. Пошел отсюда! Хотел только что использовать магию, но понял, что у меня нет маны. Пушки никак не заставили, да? Ух, ёпта, ты тут откуда? Пошёл нахер! На! Давай, сдохни, да у меня патронов столько нету! Давай, до свидания. О, чётенько. Эй, доложить обстановку. Патроны кончаются. И огненная пушка начинает подводить. Что-нибудь слышно от Икоры? Как отправилась соглашатаем, ни слова. Так, стоп, мы искали на нижнем этаже. Ты вниз надо? Найс, я просрал магию. Я пытался фонарик включить.
Так. Блин, это нифига не нижний этаж. Ну круто! Похоже, ты чё? Молодой. Легионеры, вы чё, вы не знаете, с кем вы связались, что ли? Я же страж. Ой, я пролетел, извиняюсь. А этот где второй, который убегал от меня? Иди сюда, мой хороший, иди сюда. Ты где? Не бойся, все будет хорошо. Я хороший место, потому что надо делать. Я не знаю, куда я пришел. Ох, ёпта! Брен, несгибаемый клинок. Господи, кто тебя так назвал? А тебя по головешке твоей. Ага, попасть не можешь, да? Попасть не можешь, у тебя мой бедненький. Да вздохни ты! И чё, он ушел просто? Вы серьезно? А ну вернись! Вернись! Как мутезе, вот. Подожди! Подожди, я сейчас приду. Никуда не уходи. Я понял. Не-не-не-не-не-не-не. Шоу. Кого-то я все-таки задел. Не подходи. А, вот он валяется. Достала тебя моя магия. А? Короче, до Талова идем. Я не боюсь огня, я варлок. Поняли меня? Я ничего здесь не боюсь. Вот так, изи. Подожди. Текущая цель. Добраться до генератора щитов. Ага. А где он? Все, можно спрыгнуть? Да, можно. Генератор щита должен быть впереди. Здесь кто-то уже побывал. А, или это сверху упали. Да вы запарили, появляться так еще щита-то! Так. С всех сторон, дачи, да? Ты не подходи ко мне. Лови! А ты куда пошел, а? Думаешь, убежишь? Так, где тут генератор щитов? Это ты? Ой, да, походу, это он. Уничтожь турбины. Щиты должны вырубиться. А как мне турбины уничтожить? Магии нема. Что-нибудь тыкнуть может надо. Так. А как мне уничтожить? Стрелять по ним? Да, да. Вот так. Видимо, я должен был пострелять. Да, это был косяк. А как мне попасть на ту сторону? Я так не попаду. Все, я, кажется, понял. Генератор
Температура поднимается. Сработало! Давай останавливайся. Я понять, как это делать. А ну-ка, останавливайся. Не нужно здесь механизм. Завалило там кого? А, то нет, стой! Тормози! О, он остановился. Покинуть флагманский корабль. А как? Пацаны, подождите, не стреляйте, я еще здесь. Я пытаюсь покинуть это говно. Да. Жив целый орел. Ты меня заберите. Аманда тоже не отвечает. Костена. Что же мы будем делать? Уже ничего. Ты чё? Добро пожаловать в мир без света. Страж, что происходит? За мелкого я тебя отомщу. Это мой малой. Не-не-не-не-не-не-не-не. Забирай. Во внутренний карман. Не смей смотреть на меня. Ничтожество. Твой Вставай! Слаб, разобщен, дрожит от страха за стенами. Это не смелость. Вы просто забыли о страхе смерти. Позволь, я тебе напомню. Да, тащи ему! За малого я тебе сейчас все сломаю. Стражи недостойны дарованной вам силы. Я Гоу. И теперь ваш свет. Мой. Хорошая была игра, ребят, мне понравилось. Видимо, так все должно было закончить. Конец, конечно, плохой, но игра хорошая, правда. Мне понравилось. А титры будут? Не, ну серьезно, он же только что скинул нас с такой высоты, неужели мы выжили? Наш персонаж уже. Средний город, через 2 дня после нападения. Он выжил!
Да, тяжко, конечно, но выжил все. Нашего малого найдем. Ну, или так мимолетно. Какой же ты медленный. Спокойно, спокойно. Сюда. Так, куда мы идем? Банки. Мы справимся. Мы справимся. Все будет хорошо. Главное, думать о хорошем. Это наш малой? Малой! Ты жив? Я думал, я тебя потерял. Ох ты мой хороший! Я лечить, но я не могу воскрешать с того момента, как... Малой, ты ж мой красавчик. Страж, свет исчез. Они захватили город. Странник. Все. Красный легион убивает стражи без света. Нам нужно отсюда выбираться. Ты же мой маленький. Ну ничего, братишка, я тебя больше в обиду не дам. Так, пошли отсюда. Где моя магия? Я колдун все-таки. Что это такое? Что? Патронов ни хера нету, толку у меня такого пистолета. Так, ну мы должны найти кого-нибудь, кто тоже выжил. Я ж уверен, что не мы одни. Я засек аварийный сигнал. Да, да, да. С координатами места сбора. Жители планеты эвакуируют. Мы сами по себе. Через 4 дня после нападения. Птичка. Сильно. Так. Мне не нравится эта графика. Я уже вижу там вот такую жесть. Поэтому... Хотя бы качество текстуры, я думаю, надо поставить. Эти стражи. Без света у них не было ни единого шанса.
И мы могли так. Страж, если ты умрешь, я не смогу тебя воскресить. Да не беспокойся. Нужна предельная осторожность. Все будет хорошо, братишка, я не умру. Я еще это, то я еще ему бой дам этому. Нас еще не света. Они губят нас. Вот плевок, конечно, этот белый тип. Не нравится, он мне с самого начала не понравился. Когда я его увидел, я понял, все значит, ясно, все. Понятно, это какой-то. Че, ёпта. О-о-о-о-о. Спокойствие. Ну, что так много, а? Расходимся, ребята, расходимся. Благо хоть патроны тратятся, но потом как это восстанавливается. Не понимаю, как это работает еще. Так, побежали. О, птичка. Ладно. Там мы идем. Мы найдем кого-нибудь из выживших, я надеюсь. Сумеречная брешь. Через неделю после нападения. Снег идет. Опять этот сокол. Он что, преследует нас? Во, я же говорю. Или птичка. Мы преследуем его. Да, мы его преследуем. Мы-то снизу. По-любому. Так. Красиво. Очень красиво. Не-не-не, ты же не хочешь, чтобы я вниз пошел, да? Все. Следовать за видением. У меня было видение, я что-то протыкал. А, так я сокола протыкал. Круто. Я его убить еще хотел. Ясно. Лэ, ты куда? Подожди, я ж не такой быстрый. Это что за говно там стоит? Легионер. Я буду до Талова с вами сражаться. За кашу манную, за жизнь туманную. Встань. На по лицу. Снег закончился. О, деревце. Люблю деревяшки. О, нет! До Талова идем. Так. Че ты сидишь здесь? Твой мотовесел! А, так и должно было бы. Так и должно было быть, или я должен был допрыгнуть до туда? Так и должно. Посмотрите-ка, такой хороший страж и валяется на земле. Дела и правда плохи. Это сигнал. Выдвигаемся! О, но, постой, куда? Куда вы летите? Как можно дальше отсюда. Так это... твой сокол. Я Хоторн. А это Луис, наш лучший пилот. Ну а ты летишь с нами? Я что, не разговариваю, что ли?
О, вот это уже нормальная тема. Вот так бы сразу. Так, заводите моторы, впереди долгий перелет. Я так понимаю, это люди. Ну да, ну как бы это странно не звучало. Миссия Адью. Триумф завершен. Бывают сразу бывают разные. Ну что, ребят? Видишь, странник. Видишь, чего я достиг. Озари меня светом. Займи место в сердце моей империи. Услышь меня, и воины Красного Легиона станут твоими стражами. Доминус, город захвачен. Кто сбежал, тех уже ловят. А глупцы, что решили остаться, уже казнены. Победа, как и все прочее, по праву твоя. Это не только моя победа, но и твоя, мой друг. Все, что нам осталось, это завершить строительство клетки вокруг этой машины. Тогда мы сможем начать выкачивать из нее энергию и направлять ее в нужное русло. Они зовут ее Странник. Я уверен, что другие цивилизации дали бы ей более подходящее имя. Ее силу можно контролировать и использовать. Мы с тобой это доказали. И все же они считают ее богом. Доминус. Гоу. Мы с тобой положили всю жизнь на то, чтобы изменить наше общество, перековать наш народ, возродить империю, почти разрушенную жадностью и порочностью Калуса. Ты величайший из правителей этой вселенной. Красный Легион покорит мощь этой машины, и тебя нарекут императором. Что еще может желать Доминус? Я желаю поговорить с моим гостем. Прикольно. Ну что? Приближаемся к европейской мертвой зоне. Теперь наш дом здесь. Смотри, узнаешь? Именно туда нам и надо. К той штуке? Ее зовут осколком Странника. Но я зову ее местом, куда лучше не соваться. Так, ну что, мы наконец завершили все. Мне дадут попользоваться моим же компьютером? Моей игрой там нет? О, да. А чё не от первого лица? Я хочу сломано, от первого. Сломано. Короче, ребят, на этом, я думаю, мы завершим первую серию нашего прохождения. Игра реально затягивающая, мне прямо сейчас хочется продолжить, но все-таки нужно сделать перерывчик. Вот, обязательно пройдем ее. Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал,
И до новых встреч. Пока-пока.